Ребята, всех приветствую. Есть у меня вот такие вот колеса самодельные, хорошие колеса, тяжелые очень, они сделаны из трубы, труба такая толстая, наверное, пятерка, но они, в общем, как бы сказать, недостаточно тяжелые. Так-то, в принципе, неплохо они работают, но вот бывает, что когда при пахоте пашешь, бывает, что земля очень высохшая, очень тяжело пашется, и они не справляются. У меня есть и утяжелители на них, но все равно недостаточно. Хочу эти колеса еще забетонировать, чтобы колеса были забетонированы, потом еще утяжелители, и я думаю, что будет вообще великолепно. Вот. Ну, план действий у меня такой. Хочу, значит, что сделать? Во-первых, вот эти вот болты, 4 штуки, которые крепятся на вот это вот, вот это шестигранник. Я хочу их перевернуть наоборот, значит, вот этими вот шляпками вовнутрь, сюда, и здесь сваркой прихватить, так как здесь же все будет у меня забетонировано. Вот. Потом хочу, значит, вот эти места, трубочки поставить, вот такие, чтобы можно было вставлять уже сюда утяжелитель. И вот это место придется тоже какой-нибудь трубочкой вот так закрывать, вот, чтобы вот эта часть шестигранника входила. Тоже придется что-то делать, придумать. Но я сейчас в процессе. Потом, думаю, обрешетку какую-то сделаю и все бетоном залью. Ну, в процессе буду думать и заодно конструировать. Так вот, начал я с трубочек. В общем, смысл такой. Сначала эти две трубки надел на шпильки крепежа утяжелителя. Потом их сварил между собой, ну, чтобы уже не ошибиться. Вот. А потом уже приварил сюда к отверстиям. Но эту я так и оставлю, бог с ней, забетонируется. Сюда сейчас какую-нибудь трубку тоже, ну, такую диаметром придется какую-то такую подобрать. Сейчас что-нибудь придумаю, чуть-чуть, может, побольше, чуть-чуть поменьше. И шляпки сейчас буду прихватывать сваркой. Эти две в два перевернул. Ну, в общем, как-то так. Итак, результат. Ну, в принципе, что, так-то все готово. Ну, вот эти вот только что места закрою чем-нибудь оцинковкой. Ну, и вот эти вот тоже заткну чем-нибудь, чтобы сюда не попало. А так, в принципе, все. Здесь тоже трубочка. Закрыл я. Ну, вот, в общем, можно, короче говоря, заливать. Что получилось? Забетонировал оба колеса. Теперь буду ждать, когда все застынет. Цемента положил немного. Я думаю, ничего здесь не будет. Это вот у меня дырочки. Потом открою под крепеж утяжелителя. Вот. И думаю, потом, значит, как застынет, закрою металлом, листом. И сварочкой по кругу пробегусь. Ну, в общем, чтобы оно здесь как бы законсервировано было. Мало ли, что тут грязь, то все. Чтобы где-то, может, и стукнул. Чтобы оно никуда ничего не девалось. Вот. В общем, как-то так. Ну что, процесс идет. Вот такую вот хорюшку я нарисовал. Значит, сейчас буду выпиливать круги. Цемент у меня встал. Вот. Ну что, вот здесь вот полосочку видно, прорисовал, положил прям ее вот так на лист и вот маркером пробежался по кругу. Сейчас болгарочку включу, буду выпиливать. Вот. Меточки, правда, поставил здесь на и здесь. Ну, круг он не очень такой, с какими-то выступами, чтобы мне потом все четко у меня совпало. Вот. И потом уже приварю, а потом уже сверлом пробью дырки здесь напильником. И, в общем, потом здесь еще прихвачу. Что получилось? Ребята, сейчас покажу. Вот остатки. Ну, еще один мне надо. Вот. Такой вот. Блин, красавчик. Вот.
Вот. Ну, в принципе, все нормально. Сейчас что-то вот здесь только надо будет вычистить, вот этот все убрать, чтобы плотненько было. Так. Ну, потом, наверное, с трубцинкой прижму и буду сварочкой по кругу проходить. А потом уже буду здесь с отверстиями заниматься. Пробью дырки. Вот что получается, ребята. Это уже, как говорится, в комплекте все. Здесь я железочку проварил. Вот. Здесь у меня шпильки снизу. Потому что там уже не вставишь болты. Все уже сделано. Здесь буду гаечками закручивать, прикручивать сюда крепежи на полуося. Вот. И сейчас хочу что сделать? Хочу взвесить, сколько это все будет вместе. Сначала колесо, а потом вместе с колесом вот это вот. Посмотрю, мне интересно самому, какой вес. Еле запер. Подложил я, ребята, на весы вот такие вот железочки. Потому что побоялся я, что будет весам каюк. По-другому никак, она не ложится. Итак, вот сколько. В общем, 45-46, 47 килограмм, одно колесо. Вот, сейчас попробую еще утяжелитель сюда наверх бахнуть. Только вот таким макаром, по-другому никак. Ну, в общем, что, ребята, вам хочу сказать. Вес серьезный. 80 килограмм, может быть, чуть-чуть не 80. Сейчас я попробую тогда показать вот так, кверх ногами. Вот. В общем, я, конечно, честно сказать, сам не ожидал, что будет такой вес. Вот. Но я думаю, что, наверное, с утяжелителями я и вряд ли буду их использовать. Утяжелители, в принципе, у меня для колес пойдут. На колеса можно ставить. А эти буду так использовать. Хотя, кто его знает, у нас лето бывает такое, жаркая земля, потом караул, хоть ломом долби. Может быть, даже и пригодятся в паре, в работе. А там, конечно, не знаю, посмотрю. В общем, получается 80 килограмм одна пара и вторая 80. Это 160 и мотоблок килограмм 100. Это где-то в пределах 260 килограмм. Это прям уже просто тяжелый мотоблок получается. Ну, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.